Ну, у нас сложный перелет получился в 5:50 утра по красноярскому времени. Поспать, в принципе, большинству ребят даже не получилось этой ночью. Ну, прилетели, поспали, отдохнули на обеды, вроде нормально. Сегодня была хорошая работа. Стадион, в принципе, мы на нем играли, уютный новый стадион. Поле, в принципе, в целом хорошего качества, немножко отличается от нашего, который у нас в манеже по некоторым свойствам. Ну, в принципе, нормальное поле. Но у нас более быстрое поле, у нас ворс очень низко лежит, и поэтому мяч очень сильно скользит по нему. Здесь более высоко ворс стоит, и поэтому мяч немножко, и больше крошки, более медленно двигается. Конечно, это не та сыгранность, как у нас была, допустим, в прошлогодней команде, когда большинство ребят практически 2 года были вместе. Но на удивление, знаете, уже сейчас большинство ребят друг друга понимают. И как бы даже несмотря на то, что прошло мало времени, некоторые с нами всего неделю, ну кое-какая сыгранность все равно есть. Конечно, хотелось играть дома при своих болельщиках. Там раньше у нас стадион центральный около 20 тысяч вмещал, там сейчас поменьше будет. Уверен, пришел бы полный стадион. Очень многие люди ждут этого. Сейчас была встреча с болельщиками под дождем. Там, говорят, около 1500 пришло на улицу. То есть это на обычную встречу с болельщиками, да, то есть действительно ажиотаж. Ну, что поделать, раз так получилось. Стадион закрыт на реконструкцию к универсиаде 2019. Постараются, сказали, все возможное сделать, чтобы к сентябрю все-таки мы смогли дома принимать. Ну, сейчас, получается, на ближайшие 3 игры домашний стадион Тюмень. Я не думаю, что установка будет тупо закрыться и обороняться весь матч. Возможно, может быть, в каких-то ситуациях придется, потому что все-таки это «Зенит», очень сильная команда, играть от обороны. Но я уверен, что не будет такой установки, что просто 90 минут отбиваться и сыграть на ноль. Ну, как сыграть на ноль надо, но весь матч обороняться такого не будет. Как тренер нас требует, чтобы мы не забывали об атаке и пытались играть в футбол в любой ситуации.